believe that a healthier nation is a happier nation, and we really want to see like small sports communities developing in different towns. Краматорськ. Сьогодні вже Коломия і в следующую суботу Сєвєродонецьк. І наша цель – зібрати 1 мільйон українців, які будуть регулярно ходити або бігати 5 кілометрів. Впечатлення отлічне. Да, до цього бігу, що не завжди виходить, в зависимості від роботи. Але коли є свободне час, стараюся по можливості пробіжати. Вообще занимаемся регулярно фитнесом, но решили как-то разнообразить свои тренировки, и мы бегаем. Да, мы бегаем регулярно втроем. Вот. И сегодня, конечно, да, и сегодня, так как такое мероприятие, ну, решили побегать не в привычных местах, а прийти здесь побегать. А так вообще через день, вот уже начиная, как была теплая погода, мы постоянно бегаем. Если в нашем городе будет таких мероприятий больше, ну, я думаю, что наш город будет... Он больше, более красивый будет, его будет больше нравиться будет.